Памятная доска призвана увековечить подвиг железнодорожников, которые в годы Великой Отечественной войны выступили с инициативой строительства бронепоездов. С идеей установки доски выступила школьница Аревик Казанчан, и этому был посвящен ее исследовательский проект, с которым она победила на всероссийском конкурсе. Ну, я начала писать исследовательскую работу, которая была посвящена моему прадедушке. Он был членом экипажа 196-го отдельного зенитного бронепоезда. А от бабушки, от его дочери, я узнала, что в Рязани собирались деньги на постройку бронепоездов. И мне стало интересно, а может, все-таки на каком-то из них воевал мой прадед. Там нашла информацию о своем прадедушке, о бронепоезде, на котором он воевал, о тех местах, где побывал сам бронепоезд. И, создавая эту исследовательскую работу, у меня возникла идея увековечить память о бронепоездах, потому что, ну, как показали анонимные опросы, которые я устраивала, очень мало людей о них знало. Для ветерана Великой Отечественной войны Ивана Полякова события, о которых вспоминали на церемонии, стали и личной историей. Наше направление, конечно, очень опасное было. Здесь рядом Москва, поэтому противник все время стремился разрушить наши пути, не дать проехать до Москвы. Авторами бронзового монумента стали известные скульпторы Борис и Василий Горбуновы. Конечно, образ бронепоезда, он здесь собирательный. Это все-таки никто не знает точно, каким он был вот досконально, до мелочей. Время прошло много, документов мало. Так что здесь некий собирательный образ бронепоезда, такое мощное боевое оружие. Да? А вот депо, из которого выезжает этот бронепоезд, это реальное депо. Веерное депо. Оно существует до сих пор. Вот если выйти на мост и посмотреть влево, мы увидим руины. Это руины вот этого веерного депо, в котором когда-то собиралось все это дело. И хотелось доске отметить именно вот эти прототипы, реальные места, чтобы они сохранились, вот их боевое славное прошлое тоже нашло отражение в этой доске. Возложение цветов к мемориалу завершило церемонию открытия памятной доски.